И снова здравствуйте, всем привет. Итак, посмотрел я мультфильм «Бас Лайтер» новый. Ничего так хорошо снят, прикольно. Ну, давайте попробуем этого персонажа сделать именно под анимацию. Значит, с волосом будет он, потом отдельно будет один костюм и костюм рейнджера. Давайте в нескольких роликах это дело попробуем сделать. Так, делать можно со сферы, но я буду делать в этот раз, наверное, с болванки. Опять же, выбрас. Так, fail new. Вот такая вот болванка приблизенная будет лучше получаться, наверное. Теперь давайте подгрузим базу лайтера. Я тут мультфильм чуть-чуть посканировал, скриншотов понаделал. Так, вот боковой реф. Вот. Вот такой персонаж. Ну и начнем. Поставим симметрию опять же. Это программа Sculptis Alpha 6. Если кто-то зашел и не знает, что это за программа, то эта программа очень подходит для создания болванок именно персонажей. Так. Что у нас тут получается, силу уменьшаем. Сейчас я использую кисточку Flatten для смягчения вот этих всех углов и придания тонкости, вот допустим, носу, потому что у Бас Лайтера нос именно тонкий. Так, здесь все пока уменьшим, если что, потом закидаем. Ну, опять же, ротовую часть выглаживаем подбородок, он у него будет именно такой надутый. Сейчас, кстати, я не делал никогда такого персонажа. Посмотрим, как он будет выглядеть. Так, здесь у нас смягчаем брови, дуги именно уже подходят. И в этот раз я хочу именно попробовать одну штуку. Именно как сделать глаза по-другому, не выдавливая пустоту. Так, все это дело смещаем, чтобы сетка изменилась. Сетку можно Warframe посмотреть, вот такая штука. Нажимаем, смотрим. Так, это дело все выглаживаем. Кисточку можно сделать побольше. Так, в принципе, где-то что-то через Shift, левая кнопка мыши. Так. Немножко уменьшаем затылок, выглаживаем шею, шифтом опять же можно это дело делать. Так, ну вот, в принципе, заготовка получилась. Смотрим, что у него так. В принципе, шея у него будет фактически отсутствовать, да? Ну, теперь нам нужно подтянуть вот этот подбородок и подгадаться под его вот эти вот так, корректировки. Значит так, если у него вот возьмем за основу, что нос у него будет тут, здесь лоб, то вот аж до сюда тянем нашу челюсть. Так, кисточку побольше, чтобы больше площади захватить, и сетка, чтобы у нас сильно так не соединялась. Так, теперь чуть-чуть поквадратнее сделаем ему вот эту челюсть. Вперед ее, наверное, чуть-чуть все-таки надо будет выпустить. Выглаживаем. Так. Следом что делаем? Обрезаем нос, потому что он у него очень тонкий. И нос у него, значит, по отношению глаз высокий. Значит, надо вминать вот это вот кисточкой крис. Нарисуем ему сразу вот эту вот мягкую часть носа. Так. Наметим. Верхняя губа у него маленькая. Значит, вот здесь вот так все это дело наметим. Потом все равно придется, наверное, отделять это дело, чтобы сделать под анимацию. Ну и наметим нижнюю губу.
Так. Складку рта. Щеки. Немножко все это дело выгладить надо еще и углубить вот эту часть, где идет у него нижняя губа. Нарисовать нужно нижнюю губу чуть-чуть побольше, шрифтом выгладить, кризом дорезать. Так. И теперь флатаном можно немножко тут под углом вот это все дело повминать. Так. И шрифтом чуть-чуть выгладить, чтобы было углубление. Так, следующий этап — это вытянуть губы чуть-чуть вперед. Вытягиваем их полукругом, ну вот так сверху, чтобы была дуга, а не угол. Так, нижнюю губу чуть-чуть поднадуем. Сделаем теперь ноздри через Alt. Так, клей можно отключить. Вот так, побольше ноздри делаем и дорисуем массу вот здесь вот саму ноздрю, и шифтом ее немножко выгладим. Теперь кисточку поменьше и немножко откорректируем сам вот этот нос. Смотрим, он у него ровный. В принципе, нос у него вот такой и есть. Так, переход к бровям вроде бы тот же самый. Так, губа нижняя, наверное, еще поменьше, и чуть-чуть ее вдавить. Так, теперь проводим верхнюю губу, шифтом чуть выгладить и кризом посильнее все это дело провести. Выгладить нижнюю часть вот эту. Так, и все. Вот так. Вот эти ноздри подгладить, чтобы сильно они здесь снизу не были, не выделялись. Так, вот эту часть вниз, а эту чуть-чуть вверх, вот эту вот переносицу. И нос немножко вот. Да. Где-то вот таким образом и чуть-чуть задратый. Оба. Надрезаем еще немножко нос, дооформляем. Так, оформляем часть вот эту, где нос, и нос у него еще тоньше. Значит, вот эту закругляем часть переносицы. Так, и нос еще немножко делаем поуже. Кисточкой граф. Так. Что еще? Уменьшаем губную часть вот эту. Так. Корректируем низ шеи. Шею можно сделать чуть-чуть потоньше. И вот так. И заднюю часть тоже поменьше, и плечи чуть-чуть припустить. Так, над ушами уменьшаем. Уши у него округлые, прорезаем, значит, теперь ему ухо, намечаем, где что должно быть, и используем кисточку Drive через, так, здесь, через Alt, как и в ZBrush. Вдавливаем все это дело. Добавляем мочку. И теперь интенсивность поменьше, вот этот ползунок ставим, проводим, так, накид, делаем накиду подрезочку,
и делим эту шишку прорезью. Так, вот каким образом, да? Сейчас попробую вам показать. У нас должно получиться здесь вот так вот. И здесь вот так вот, такая как бы, как ключ на это, накидной. Так, здесь еще можно побольше выбрать пустоту. Дооформить немножко эту мочку. Шифтом где-то выгладить, чтобы не было такой резкости. Ну и в принципе где-то через Alt еще сделать более такие видные детали. И шифтом не забываем. В принципе, вот ухо готово. Вот такой бас-лайтер. Так, можно, конечно, сейчас наметить ему впадины. Ну, потом еще в ZBrush покажу, как это все дело обыграть. Так, делаем глаза у него такие полукруглые, крупные. Потом, если что, доиграем вот это все веками, подкорректируем. И делайте вот эти впадины прям побольше. Не жалейте вот этого места. Когда будет делаться веки, потом вот эта пустота поможет нам именно сделать нормальную сетку, чтобы вставлять кости и использовать все это дело под анимацию. Так, теперь клей врубаем, и клеем надо нам докидать здесь вот массы. Так, клей отключим и набросаем вот такую дугу, отобьем еще лоб полосой и шифтом это все выгладим, клеем чуть-чуть дооформим. У него лоб такой скошенный на один бок. Вот так. Угу. Здесь прям должен так как бы угол быть. Что еще? Дорежем вот эту часть. Он побольше. Зашифтуем ее. Докидаем. Так, что у него тут получается? Здесь у него вот эта мышца идет, так что здесь можно выглаживать смело щеку. А вот скулу нужно докидать. Это уже с помощью клей. Вот эту часть чуть-чуть побольше и шифтом выгладим. Так, смотрим, что у него с подбородком. Подбородок еще нужно докорректировать, вытянуть. Вот так поострее. Ну и в принципе что? В принципе уже бас-лайтер готов. Сразу делаем вот эту расплюсовку. Вот, растяжку вот эту делаем части. Потом это все будет вставляться уже в комбинзон или прикрепляться к телу. Там уже будет ZBrush все это дело корректироваться по другому рефу. Так, по ушам. Уши немножко у него выторщены. Выглаживаем. Немножко кое-где проходим опять же флаттеном. Можно интенсивность уменьшить. И на низкой интенсивности все это дело хорошо дорабатывается, выглаживается, дорезается. Вот теперь можно все это дело использовать как, значит, бюст. Или делать и уже прикреплять этот бюст, значит, к телу, к болванке какой-нибудь. Или болванку делать самому, и получится у нас нормальный, значит, персонаж. Так,
Ну вот эту часть еще можно чуть-чуть приплюснуть под глазом. Здесь идет как бы кость. Ну, он мультяшный, и тут у него, в принципе, не столь это дело анатомически должно быть правильно, я думаю, сделано. Так. Давайте поставим теперь профиль, подкорректируем профиль, и, в принципе, можно сохранять и идти в ZBrush. Так, нужно найти нормальный профиль. Ну вот приблизительно хотя бы вот этот. Чуть-чуть картинка сплюснутая тут. Ну вот под эту картинку мы немножко подтянемся. Значит так, у него боковые скулы большие. Так, здесь у него еще подбородок. Не очень выявленный. Побольше шерстом. Тут у него ямка. Так, веки не будем рисовать. Немножко можно надрезы над глазами сделать. Отбивку вот этой части, значит, наметку сделать. Вот эти вот дуги, да? И дуги немножко вытянуть вперед еще. Во. Теперь скулы чуть-чуть еще вперед подаем. Так. Носовую часть чуть-чуть вглубь. Нос делаем ровным. Так, что у нас с губами? Ну и лоб, можно немножко лоб чуть-чуть втянуть, так, грудную чуть убрать. Ну вот такой получился болванг именно для баслайт. Все, теперь нужно найти тело, и к телу уже будем делать костюмы, всякие детали. Все, всем пока, до свидания.